спасибо вам огромное, друзья. Мы вам безумно благодарны, что вы вошли в нашу ситуацию, что вы не ушли. Но дело в том, что театр такая волшебная штука, что, в общем, здесь чудеса случаются иногда самым каким-то необычным образом и невообразимым. Дело в том, что мы сегодня сыграли 250-й спектакль. 16 лет мы играем этот спектакль, это очень много для спектакля в драматическом театре. И я сегодня хочу вам представить людей, которые сыграли 250 раз. Это Владимир Сергеевич Сулимов. Наш прекрасный Женя Радьков, который, к сожалению, вот на сцену выйти не смог из-за действительно внезапно серьезно плохого самочувствия, но он весь спектакль просидел за сценой и помогал артистам, которые сегодня... обещала, собственно говоря. Вот. И сегодня я не могу не вспомнить нашего режиссера, нашего художественного руководителя театра, который, к сожалению, некоторое время назад мы потеряли, но мы о нем не забываем. Это наш обожаемый Павел Чеховский. Сегодня присутствует Наталья Арсентьевна, жена Павла. Живет. У нас есть еще один долгожитель, это Иисус Христос Суперзвезда, которым мы играем 31 год уже. Можете представить? Вот такой...